Друга, как признаю, мы часто с вами прощаемся, но зачем вдруг расстояние? Мы в дом родной возвращаемся, а за столом места хватит всем. Споем мы песни любимые, давайте выпьем по рюмочке. Александр Юдов, хоровая группа «Рецитал». И всегда ваша Аллочка Пугачева. Ну вы просто молодцы. Я когда сюда подъезжала, я думала, боже мой, ну кто осмелится прийти в такую... Мы! Пришли самые верные, самые веселые. И, наверное, самые те люди, которые любят свой город. Да! У нас сегодня праздник. Праздник очень хороший, теплый, добрый. И я считаю, что это и мой праздник тоже, потому что праздник у каждого человека, который хоть как-то связал свою жизнь с вашим городом. Я сейчас уже старая, больная женщина. Когда-то много лет назад, в юности, я тут начинала. И тогда, правда, весь стадион был полон. И там и сям сидели, попасть невозможно было. Наверное, потому что билеты были дешевые. Но самое главное, что мы сегодня вместе, я сколько смогу, столько спою. Самые любимые, самые... Да подойду обязательно. Я буду мотаться вот туда-сюда. Потому что если я встану на сцену, то, ну, может быть, только для того, чтобы получше слушать музыкантов для какой-то особой вещи. Но, в принципе, мне главное заглянуть в ваши глаза. Песен много, поэтому если я туда иду, это не значит, что я вас не слышу и не вижу. Yeah.
Пожалуйста, не надо меня снимать.